Всем привет, девочки, мальчики. Делаем сегодня салат. Салат простой, совершенно. Делаю я его часто. Вот листья капусты пекинской. Приготовила яйца, крабовые палочки, лук, кукуруза бондюэль. Видите, вот такими уже маленькими баночками берем. А маленькие баночки стоят больше, чем большая банка. И вот такая салатница у меня маленькая. Есть еще большая. Мне нравятся вот такие стеклянные салатницы. Во-первых, очень красиво. Знаете, вот раньше вот этот вот лист, вот это вот грубое, я не брала в салат. Вот только брала вот на, допустим, на цезарь, на салат, рвала вот это вот только. Мяконькое. Сейчас я все режу. Нам очень нравится это все. Режу не мелко. Достаточно крупно. Вот так вот. Видите, вот так вот крупно режу. Сейчас немножечко потом помну его. И все. Такой быстренький, вкусненький салатик. Опа. В прошлый раз я сделала его без кукурузы. Пошла за крабовыми палочками. Думала, кукуруза у меня есть дома. Пришла, о, батюшки, кукурузы-то нету. Но ничего, за милую душу мы его съели без кукурузы. Вот. Так вот его, кажется, очень много. Видите, полная салатница получилась. Ну, он потом, немножечко я его помну. Сейчас солью. И его... Будет совсем немного. Останется. Просто посолила и руками чуть-чуть помяла. Вот и все. Вот, стало уже половина. Видите? Так. Вот такая у меня сеточка. Хотела показать, у кого нет, например, да? Можно яйцо резать вот так вот просто. Берете, как, чтобы было видно. Вот, на руках прямо. Чик. Яйцо нарезано. Ну, я чаще всего делаю, ставлю вот так на кружечку. Если мне нужно колбаску порезать, картошку. Слайдами нарезаю колбаску, картошку. И вот так вот потом. Вот эти слайды. Чик. И не надо ничего. Видите, как хорошо. Вот такая у меня получается красота. Крабовые палочки тоже не мельчу. Не надо их мельчить абсолютно. Вот такими. Они и так не очень крупные. Ну, еще палец. Отрезать не хватало. Вот так вот нарезала. Вот такими. И тоже сюда. И салатик. Так. Я сюда, конечно, еще добавлю крабовых палочек. Но это я могу потом доделать, чтобы вас тут не утомлять своим видео. Не люблю длинные видео. И смотреть не люблю. И записывать тоже. Очень люблю. Вот так вот. Видите? Вчера делала киху-напиху. Многие вообще даже не знают, что такое название. Вот так называли, я говорю, что у нас называли так бабушки, которые приехали из Белоруссии. Наверное, это белорусское слово. Белорусы, кто есть на канале, откликнитесь, как у вас делают и как называют. Ну, мы просто за милую душу с Петей слопали. На ночь сама то поесть, да? Плотненько, поэтому утром даже завтракать не хотела. Вот так, все было вкусненько. Так, это я все сделала. Вот целая тарелка опять. Ну, на завтра еще нам хватит. Вот. Капуста, крабовые палочки, яйцо,
и лук. Лук я быстренько тут залила кипятком. Немножечко добавила уксуса, чуть-чуть. Вот такой маринованный лучок. Так, еще хочу показать, что кукуруза, как я ее открываю, как сливаю. Я смотрю, некоторые через дуршлаг, что-то там. Я вот так вот беру, вот так вот открыла, так вот закрыла. И вот так вот, что нужно мне, вот так вот все слила. И не надо никакой дуршлаг. Видите? Все. Убрала. Кукурузу высыпала. Кукуруза очень вкусненькая. Вот эта бондюэлевская. Мне нравится. Все, девочки. Добавила 2 ложки майонеза. Салат готов. Видите, какая красота. Быстро и вкусно. Здесь у меня осталось несколько кукурузинок. Вот. Такой у нас салатик. Так, время. Из 10. 5. Ну, почти 17 часов. Так, это остаточки у меня здесь майонеза. Соль я уже добавила в капусту, когда я ее немножечко пожамкала. Больше я добавлять не буду соли. Вот, перемешали. Сейчас постоит минут 10 и можно кушать. Ой, прямо слюнки уже бегут. Вы же знаете, что мы после 6 не кушаем. Ну, в принципе, мне не хочется кушать. Я думаю, что мне сегодня так пить хочется? А я сегодня на рынке купила 1 селедину. Ой, какая вкусная. Ну, вообще без рыбы не живем. Что-нибудь, да. Что-нибудь. То уха, то селедка, то жареная, то пареная, то еще какая рыбка у нас. Ну, очень вкусная рыбка была. И в одном месте покупаю в бутике у женщины. Очень вкусно. Сейчас попробуем салатик. Очень вкусно. Вот такие щипчики приобрела для салата. Видите, как хорошо будет накладывать. Сколько у меня их уже было, этих щипчиков? 1 000 000. Ну что, девочки, приятного аппетита всем, кто кушает. И хорошего вечера. И до встречи.